Региональный этап всероссийских президентских состязаний провели в Люберцах. В зале спортивной школы Олимпийского резерва собрались юные спортсмены округа среди седьмых классов. Подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента. Пока не застучит, отжимания не считают. Максимальный перерыв – 3 секунды. С заданиями люберецкие семиклассники справляются легко. Ведь спорт в жизни школьников есть не только на уроках физкультуры. Анастасия Безух занимается бальными танцами. Многие могут думать, что это не очень спортивный вид деятельности, но на самом деле бальные танцы практически как фигурное катание. Там спортсмены затрачивают столько же энергии, сколько люди на фигурном катании или на беге. Пока девчонки отжимались, на шведской стенке мальчики сдали подтягивания. От стараний каждого спортсмена зависит результат команды – школы номер 25. Свой вклад в копилку баллов внес Егор Самсонов. Осталось дождаться подведения итогов. Конечно, волнуюсь. Хочу, чтобы победила вся команда и заняли первое место. На тренировках хуже даже было. Сейчас вижу, что стал лучше делать. Всего школьники сдали 5 дисциплин. Бег на 60 метров, отжимания, растяжку, пресс и прыжок в длину с места. Дальше победители проходят отборочный этап, но заключительный этап уже среди Московской области. Кто выиграет Московскую область, уже выходит на российский этап уже президентских состязаний. За звание лучших на региональном этапе соревнуются 13 городских и 5 сельских школ. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.